Привет, друзья! Сегодня мы будем варить клюквенный кисель. Это вкусный и полезный напиток. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится кисель. Лучше брать в брикете, чем просто порошок. Так гораздо вкуснее он и, мне кажется, качественнее. Также нам понадобится питьевая вода. И все, и миска, где мы будем замешивать. Предварительно мы поставили воду. У меня здесь примерно около 2 литров. Нам надо ее довести до кипения. Давайте закрываем крышкой. Далее мы пока берем кисель и высыпаем его в миску. Так, нам надо брикет разломать. Ломаем его. Далее мы наливаем воду питьевую. Где-то примерно 300 миллилитров. Комнатной температуры должна быть вода, не особо холодной. Далее мы перемешиваем венчиком до полного растворения порошка. Ни комочки вообще не должны попадаться. Хорошенько это все перемешиваем. Перемешали. Далее мы ждем, пока вода закипит, и постепенно будем вводить наш кисель разведенный кипящую воду. Так, вода у нас закипела. Размешиваем наш кисель. И постепенно, потихонечку, добавляем кисель в кипящую воду. И перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем. Так, убавляем плиту. Даже можно выключить. Кисель наш, в принципе, готов. Так, убираем с плиты. Далее мы остужаем кисель и будем пробовать. Я убираю обычно в прохладное место. Это куда-нибудь, где-нибудь на балкон. Пускай там стоит и остужается. Кисель наш остыл. Открываем. Смотрите, какая консистенция. Обалденная. Так. Наливаем стаканчик. Клюквенный кисель готов. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом в соцсетях, также пишите ваши комментарии. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка будет в описании под видео. Приятного вам аппетита! Давайте будем пробовать. Пахнет чудесно. На вкус обалденно. Всем советую и рекомендую. Пока, друзья!